компания Rolls-Royce выпустила специальную версию своего кроссовера Cullinan Black Badge, которая является классикой британской марки и имеет значение темное альтер-эго. Главная особенность данной версии заключается в том, что все хромовые элементы, включая фальш, радиаторную решетку, фигурку экстази и патрубки выхлопной системы, покрыты черным налетом. Специально для данной версии дизайнеры изготовили легкосплавные диски особого дизайна, а инженеры установили красные суппорты тормозных механизмов. Кроме того, мощность мотора подняли до 600 лошадиных сил, что позволило сократить разгон до сотни до 4,9 секунд. Ну а максимальная скорость машины стала прежней – 250 км в час. Для покупателей версия Black Badge будет доступна с невероятно широкой цветовой гаммой окраса кузова. Одних только оттенков красок предполагается более 40 тысяч видов. Однако большинство покупателей предпочитает традиционный глубокий черный цвет. В оформлении салона версии Black Badge дизайнеры использовали новую отделку шпона углепластиком и алюминиевым волокном, покрытых 6 слоями специального лака. Ну а в отделке потолка использована черная кожа с традиционным звездным небом, состоящим из 1300 цветовых элементов. О цене версии Cullinan Black Badge пресс-служба компании Rolls-Royce ничего не сообщает, что неудивительно, так как для покупателей машин подобного класса цена вообще не имеет никакого значения.